Радиостанция «Империя» рада приветствовать вас на отчетном концерте танцевальных коллективов школы. Нашу программу открывает танец самых маленьких балеринок. Хореограф Юлия Анатольевна Пиманова. Дорогие друзья, бурные аплодисменты! Дорогие друзья, ваши аплодисменты не смолкают. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Давайте еще раз подарим аплодисменты. Ого, как вас сегодня много! Thank you.
Ленька. Ваши аплодисменты. Громче, громче, дорогие друзья. И аплодисменты не заканчиваются, ведь эти звуки так похожи на дочь, которой мы ждем всю весну. На самом деле, еще ни одного хорошего дождя не было, да, чтобы полить все. А воспитанники Юлии Анатольевны Бимановой уже готовы танцевать под дождем. Встречайте, друзья! Среди танцевальных направлений в школе достойное место занимают русские народные танцы. На сцене воспитанники Юлии Анатольевны Пимановой. Ах, вы сени, мои сени! Аплодисменты!
аплодисменты воспитанникам Юлии Анатольевны Пименовой. Громче, громче, громче. И к концерту спешат самые младшие воспитанники Марины Дмитриевны Прохоровой. Марина Дмитриевна работает в направлении хип-хоп. Встречаем дружными аплодисментами. Бум, бум, аплодисменты! Облака данса. Я. Shake it, boo boo. Let's go. Your boo boo break the rules. Break. Your boo boo break the rules. Break. Your boo boo break the rules. Break. But yeah. Your boo boo break the rules. Shake your boo boo. Stop. Lazy flow, make sure the music never stop. When you shake up the place, party stop. Everybody looking, everybody stop. Stop, stop. Hey, yeah, watch your back. Bubble on this spot. Make it tick like a clock. Make the monkey cha-cha-cha. Hey, yeah, bend your back. Wind it, wind it, wind to the top. Make it tick, tick like a clock. Bubble, bubble, bubble. Shake your boom, boom. Слышу голос Его нашей дороги, дружит Он в октябре по Руси.
наших воспитанников Марины Дмитриевны Прохоровой, которые выходят на сцену с танцем «Мании». Аплодисменты! One, two, wax, I'ma blow that. Three, four, five, I'ma hold that. Six, seven, eight, I'ma show that. Nine, ten, wax, I'ma throw that. Eight, bounce that ass, shit, throw it back. Spin that cash, you got hella racks, hella cash. Run that bag, nigga, no cap, no cap. Put your money where your motherfucking mouth at. Ayy, bitch, you bout that. Put your money where your motherfucking mouth at. Ayy, bitch, you bout that. Put your money where your motherfucking mouth at. What's up, yo, bitch, I ain't been a rack. Where the bridge truck, bitch, I'm low back. Bitch, I'm a king like I'm playing sack. Oh, that bitch try to play me, I'm a player back. Bitch, I've been on my dick like a jumbo jet. I'ma pay for a ass, I don't like it flat. I invest in you, I'ma get the money back. You know I got the money clutch. Ta-da-da. I know you wanna fuck a rapper, fuck an athlete. Run into the studio like a track meet. Can I meet a fat ass, it's a black thing. Got a Chinese, just a ling-ling. One, two racks, I'ma blow that. Three, four, five, I'ma hold that. Hold that. Six, seven, eight, I'ma show that. Show that. Nine, ten racks, I'ma throw that. Eight, bounce that ass, shit, throw it back. Throw it back. Spin that cash, you got hella racks. Out of back, run that bag, nigga, no cap. Put your money where your motherfucking mouth at. Ayy, bitch, you bout that. Put your money where your motherfucking mouth at. Ayy, bitch, you bout that. Put your money where your motherfucking mouth at. Воспитанников Юлии Николаевны Юрченко. Почему рад? Потому что руководитель нашей школы Юлия Николаевна находится в отпуске по уходу за маленьким Данилом. Но несмотря на это, встречайте Микки Мауса! Dancing tree to tree.
Громче, громче, громче. Ну что, я рад вам сообщить, что пришло время передать микрофон Юлии Николаевне Юрченко. Аплодисменты. Доброго дня, дорогие зрители. Я очень рада видеть вас на нашем отчетном концерте школы танца и фитнеса «Империя». Надеюсь, этот час для вас пролетит незаметно и оставит только радостные и восторженные впечатления от увиденного. Ведь танец – это жизнь, жизнь – это танец. Подведем небольшие итоги за прошедший танцевальный сезон. На данный момент в школе 5 основных направлений для детей. Бальная хореография, народная хореография, современная хореография. Делится у нас на хип-хоп и на контемпорари. И эстрадный танец, детский танец. Также мы открываем со следующего сезона новое направление – цирковое искусство, которое будет включать в себя гимнастику и акробатику. Набор детей будет открыт с июня месяца. Также в нашей школе есть 4 направления для взрослых. Это джампинг, фитнес, зумба, растяжка. Общее число обучающихся школы – 150 человек. В этом году мы праздновали 6 лет с открытия школы. Главное правило и девиз нашей школы – это качество. За это время мы побывали на разных площадках района, города, участвуя в праздничных программах, фестивалях. Также на конкурсах от муниципального до всероссийского уровня, где получали дипломы лауреатов первых, вторых, третьих степеней, а также гран-при. Все это благодаря нашим талантливым детям и высококвалифицированным педагогам, которые регулярно повышают свои знания, проходя мастер-классы и обучение. От лица всех педагогов я хочу сказать, что мы бесконечно гордимся успехами наших деток, всегда очень волнуемся и переживаем, когда вы находитесь на сцене. Мы благодарны вам, наши родители. Вы доверяете для себя самое ценное – это ваших деток. За вашу поддержку, как сегодня, так и на протяжении всего сезона. И за то, что вы с нами на одной волне. В свою очередь мы развиваем в детях музыкальность, танцевальность, пластичность, гибкость. Учим слышать музыку и уметь показывать целую историю на сцене своим телом. Ну а теперь я хочу пригласить и поблагодарить наших педагогов. Валерию Юрьевну Демкину, педагог по современной хореографии, класс контемпорари, за ее труд, надежность, активность, внимание и любовь к детям. Пожелать творческих идей и вдохновений. Аплодисменты! Юлию Анатольевну Пименову, педагога по народной хореографии, за профессиональный подход к детям разного возраста, за терпение, трудолюбие и пожелать успехов в достижении новых успехов. И Марину Дмитриевну Прохорову, педагога по современной хореографии класс хип-хоп, за индивидуальность, неповторимость и креативность, пожелать никогда не останавливаться на достигнутом. Растем, развиваемся и будем радовать вас новыми постановками. Зрители, поддержите, поддержите работу наших детей максимально. Спасибо. Давайте громче аплодисменты нашим хореографам. На сцену для приветствия приглашается заместитель главы Кочаневского района Ольга Анатольевна Пучкова. Уважаемые родители, уважаемые ребята, Юлия Николаевна, сегодня в этом зале проходит праздник танцев. Танец – это, правильно сказали, язык жестов, который может передать то, что есть в человеке, его душу, его настроение, его мировосприятие, мироощущение. Уважаемая Юлия Николаевна, от лица администрации Кочаневского района мы вас поздравляем. Приветствуем эти цветы вам. Дарите людям радость. Приводите своих детей, пусть они занимаются. Но мы с вами будем наслаждаться и верить в том, что чудо продолжается. Хорошо.
Большое спасибо, Ольга Анатольевна. Просим вас занять почетное место в зале. Наш отчетный концерт продолжает средняя группа Марины Дмитриевны Прохоровой. На сцене танец «Жажда». Аплодисменты, друзья! Маленький.
Программу продолжает группа... Да, это цветочки Юлии Анатольевны, конечно же, давайте подарим аплодисменты. И нашу программу продолжает группа «Бэби Дэнс», хореограф Юлия Анатольевна Пиманова. Yeah.
Сейчас на сцене самый свежий, можно сказать, новоиспеченный номер нашей программы. Для вас поет Анастасия Павлова, преподаватель вокального мастерства Наталья Николаевна Королева. И, конечно же, на нашем празднике вокальный номер не может состояться без хореографической поддержки. Бальная хореография Юлии Николаевны Юрченко. Встречайте! Встречаем!
Yeah.
сейчас на сцену выходят воспитанники Валерии Юрьевны Демкиной. Ladies and gentlemen, put your hands together.
посмотреть на своих детей, кто занимается в империи. Чьи дети? Поднимите руки. Так. Смотрите, почти весь зал. А кто пришел посмотреть на друзей, на родственников? Тоже очень много. Ну, мы с вами уже, что, экватор прошли даже больше. Как вам понравился концерт? Вот та часть, которую мы с вами уже посмотрели. Замечательно. Интересно, что именно в этом месте после этого номера занавес вдруг закрывается. Не напомните мне, как назывался номер? Вот она, любовь. Ну все, теперь все понятно. Вот она, любовь. Тайна любви великая и неразгаданная должна оставаться тайной. Но то, что рождает любовь, это ярь. Красота, созидание, полет мечтаний и творчество. Впрочем, все, что вы видели и еще увидите на этой сцене, все это любовь. Ваша любовь к своим детям. Всеобщая любовь к искусству танца. Любовь к своему делу, композиторов, музыкантов, модельеров и, конечно же, наших хореографов. Давайте подарим аплодисменты. Можно говорить и говорить, что я, впрочем, и делаю. Но лучше сказать громко и твердо. Да здравствует любовь! А мы продолжаем наш концерт на сцене любителей фитнес-направления «Джампинг». Руководители Валерия Юрьевна Демкина и Юлия Николаевна Юрченко. Встречаем! Громче, громче, громче! Поэтому не искал, а даже что нашел, помню, что прошел. Вчера что-то упустил, о чем просил, кого простил. Нам все про все хватило, если нам кто-то посетил. Закидаю на руку, время может, да ты со мной рад. Познакомься, прошу, с ним уже не Sure.
еще раз аплодисменты. Ну что, вам понравилось? Нормально, я слышу, нормально кто-то говорит. А кто из вас уже мечтает пополнить ряды этой группы своим присутствием? Так, руку раз, руку вижу. Два, три, четыре. Ну что, я поздравляю, друзья. Согласитесь, ведь это было бы классно зажигать вместе. А пока вы раздумываете, зажигают вас воспитанники Марины Дмитриевны Прохоровой. Аплодисменты! She come back, I give that. She come back, I necessita. She want that, I give that. She come back, I necessita. She want that, I give that. She come back, I necessita.
Встречайте ваши аплодисменты! I do that. She come back in a sushi tie. She want that. I give that. She come back in a sushi tie. She want that. I do that. She come back in a sushi tie. She want that. I do that. She come back in a sushi tie. Дорогие друзья, под ваши бурные, дружные аплодисменты на сцену выходят все участники отчетного концерта школы «Танцы Империя» под музыку. Направление «Латино» — наши танцующие родители. Коллективы 20+, направление «Зумба» и «Джорби». Громче, громче! We make a return. The package he was only looking for a month to burn. But my time to shoot. Hip-hop, старшая возрастная группа. Аплодисменты где громче. Was the only way to reach her. Now she's staying at my place and that's the way I treat her. Singing out Aretha all over the track like a feature. And if I want to sleep, I guess that I don't want to leave her. But me and her, we're the same cities, two planes the same day. Those shows are never been what it's about. But maybe we'll go together and just figure it out. I'd rather put on the phone with you and sit on the couch. But we should get on a plane and we'll be missing an hour. She was holding it down, the way things played out. When she was kissing him, how I was confused about. But she should figure it out what I'm doing. Русские народные танцы! И наши самые маленькие воспитанники! Завершает парад музыка танцоров ваша гостья Мария Кравец! И под ваши бурные, бурные аплодисменты! Спасибо, хочу аплодисменты нашему великому ведущему Даниилу Кулешову. Ну а не только, это лучше.
Еще раз спасибо всем зрителям за поддержку артистов, преподавателей, за бурные аплодисменты и овации. С вами на отчетном концерте школы танца «Империя» был Данила Клюшов. Добрый рассвет! Мы работаем с вами и для вас. А теперь, друзья, подошла минута свободного микрофона. И все, кто сдерживает в себе желание поздравить, пожелать, поблагодарить, могут себе позволить сделать это прямо сейчас. Всем здравствуйте! Какой сегодня замечательный день! Какой сегодня замечательный день! Я впервые на отчетном концерте. У меня эмоции переполняют, и слезы, и... Ой, что только сегодня не было из чувств. Я от себя и от имени младшей и средней группы Baby Dance хотим выразить огромную благодарность нашему замечательному педагогу Пиманова Юлии Анатольевне. Спасибо огромное за ваш труд, заботу и терпение. Впереди нас ждет очень много побед. Спасибо вам огромное. Руководителя школы Юрченко Юлию Николаевну. Всем здравствуйте. Хотела бы присоединиться к предыдущим словам. Действительно, очень яркое, волнительное событие сегодня для всех. А я в своем лице, точнее, я хотела бы от лица... Боже мой, я заволновалась, извините. В общем, хотели мы, младшие группы хип-хопа, поблагодарить и сказать огромное спасибо за развитие наших деток Марине Дмитриевне. Спасибо вам огромное. Вы всегда большие детки. Добрый день, я представляю лицо руссконародников. Огромное спасибо. Снова победа в новом сражении. Всем добрый день. Я хочу от лица родителей хип-хопа средней группы Марина Дмитриевна поблагодарить вам, вас искренне от души. Господи, какой вы вклад делаете в развитие наших детей. Только мы и вы знаете, каково это, да, оттанцевать 2 минуты на сцене с таким драйвом, но сколько это терпения надо и тренировок. В общем, я хочу поблагодарить вас за то, что вы вкладываете частичку своего сердца реально в каждого ребенка. Вы настолько отдаетесь, оставайтесь таким же профессионалом своего дела, новых вам идей и свершения успехов во всех начинаниях. Ценим, любим, благодарим. Юлия Николаевна, но если бы не было вас, не было этого бы всего. На протяжении 6 лет реально мы, те родители, которые с самых верхов, те 40 человек, которые это все начинали. Сейчас вы видите масштаб. Я хочу поблагодарить также от родителей средней группы нашей. Вы знаете, кто мы. Ну, в общем, знаете, хочу сказать, реально, если бы не вы, не было бы этих детей, не было бы 150 счастливых, жизнерадостных, активных. Господи, вы дарите такие эмоции. Спасибо за этот драйв, танец, за то, что вы делаете для нас, реально. Чтобы когда-то вы поверили в себя и в нас начали это все создавать. Искренне благодарю вас и желаю вам всего самого главного, чтобы все сбывалось. Уважаемые родители, многоуважаемые наши педагоги, извините, эмоции клещут. Большое спасибо, Юлия Николаевна, что вообще у нас есть такая школа, что мы можем быть с вами, расти с вами, и вы с нами. Большое вам спасибо, уважаемые наши педагоги.
уметь танцевать, конечно, можно, и вы нам это все доказываете, уважаемые хореографы, на протяжении 6 лет. Но научить этому мамочек очень сложно. Но вы с этой задачей справились. Спасибо вам огромное. Еще кто-нибудь желает сказать слово? Дорогие друзья, с вами была школа танца и фитнеса «Империя».